Кино на ТВ-РОС. Вот у вас свободный урок. Могли бы выйти с нами на улицу, зарядочку бы сделать. Да идиотизм какой-то, отстань. Что за цирк здесь устроили? Нет, все-таки и правда она чокнутая. Прыгает, скачет, вопит. Клевая, да? Я такие не люблю. Не любит она, скажи, просто дорого. Соглашайся, это же не работа, это песня какая-то. 50 штук в месяц. Инструктор по фитнесу. Не какой-то там, прости господи, физрук. Не могу, понимаешь? Школа мой второй дом. Денег бы нам побольше не помешало. Здрасте, приехали, денег тебе побольше. Ты че, Маш? Тебя в школе чеканашкой дразнит, так вот я тебя защищала. Но больше не буду, пусть дразнит. Чеканашка, почему? Да потому что ты чокнутый. Маш, открой, у меня руки мокрые. Кто там? Бандиты. Там бандиты. Ну привяжи. Пустишь? Сколько ж лет мы с тобой не виделись? Не знаю, лет 16, наверное. Ну а к нам надолго? Поживем, увидим, как дела пойдут. Я тут завод купил. Зачем выяснять отношения с женщиной, которая столько лет тебя обманывала? Наталья Антонова и Алексей Макаров в фильме «Время собирать» в воскресенье на ТВ-РУС.